Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с мифологией Древнего Египта. Изида. В религии и мифологии Древнего Египта одна из наиболее почитаемых богинь, супруга и сестра Осириса, мать Гора. Исида считалась олицетворением супружеской верности и материнства. Почиталась также как богиня плодородия, воды и ветра, волшебства, охранительница умерших, позднее как богиня мореплавания. Изображалась женщина с головой или рогами коровы. Культ Исиды широко распространился за пределами Египта, в Малой Азии, Сирии, Греции, Италии, Галлии. Самое популярное божество в греко-римском мире. Ее называли та, у которой тысячи имен. Исида – первая дочь Геба, бога земли. Инут – богиня неба. Она появилась на свет в первый из пяти священных дней, которые закрывают год. Родилась вместе, либо спустя три дня, с братом-близнецом Осирисом. Их сестрой была Нефтида, братом Сет. В ранний период Исиду называли женой Осириса, вероятно, от того, что ей поклонялись по соседству, а также потому, что ее имя в египетском языке было созвучно имени Осириса. Это подтвердило распространившуюся идею о небесных близнецах. От Осириса она родила сына Гора. Исиду чаще изображали женщиной с иероглифом свое имени над головой. Многочисленные статуи и рельефы изображают богиню, кормящую грудью сына Гора, принявшего облик фараона. В память о воскрешении Осириса, когда она обратилась в птицу, Хат Исида изображалась в облике прекрасной женщины с птичьими крыльями, которыми она защищает Осириса, фараона или просто умершего. Исида часто предстает и коленопреклонной в белой повязке Афнет, оплакивающая каждого усопшего так, как когда-то оплакивала самого Осириса. Ну вот так из Википедии о одной из наиболее почитаемых богинь в Древнем Египте – Исида. Пока-пока, до свидания.